Таком увеличении речи быть не может. Во-первых, данное постановление, ну, о чем вот сейчас СМИ пишут, оно принято в связи с тем, что внесли изменения в закон о государственной службе на апрельской сессии. Все приведено в соответствии с данным законом. Увеличение заработной платы государственным служащим либо госдолжностям не может быть речи, даже только потому, что вообще фонд оплаты труда ограничен нам, Минфином Российской Федерации. И не только нам, всем субъектам, получающим дотации. Ну, это большинство субъектов. То есть, наоборот, ограничили все надбавки, все премии вот этими четырьмя кратами, о чем глава говорил неоднократно, давал такие поручения проработать, доработать нормативные акты. В данном постановлении введен общественный контроль. То есть, при выплате премий будет проходить общественный контроль, данный нормативный акт, через профсоюзные органы.